Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы сегодня продолжаем проходить игру под названием Angry Birds Chrome, версия для браузеров, которая уже закрылась, но мы секретным способом нашли, как поиграть в нее. Сегодня, как я и обещал, мы будем проходить эпизод Cherry Blossom. Почему именно Cherry Blossom? Потому что по обновлениям, аналогии обновления, он вышел после вот этого эпизода, который мы прошли в прошлой серии. Ладно, это первый из трех эпизодов Angry Birds, который мы с вами еще не проходили ни разу. И вышел он в 2011 году, по-моему. В Angry Birds Seasons оригинально. Или в 2012 где-то в начале, не помню. В начале 2012-го он вышел. И вот как раз таки он... Когда вот он вышел в Angry Birds Seasons, он в одно же время, в то же самое время вышел и вот в этой игре, в Angry Birds Chrome. Посвящается он дню какой-то там... Сакуры, блин. Эти цветки, я не помню, не совсем помню, что это за праздник. Эпизод короткий, здесь всего 15 уровней, мы их быстро, я думаю, пройдем. Минутку. Нет, я в деревне. Леха тут меня приглашает в ледовый городок поехать. Но я не могу. Ну и давай, камушек, тяни ее туда. Да блин, кто еще пишет, да? Откуда я понял, господи, ты думаешь, я такой тупой? Думаешь, я не знаю консольную версию, ПК-версию? Думаешь, я там что-то не помню? Слушай, это не отвлекай меня, пока я тут ролик записываю. Рустем мне тут спрашивает, а ты откуда знаешь, чтобы в консольной версии был эпизод Кайт, которого не было в ПК-версии? Да я что, не помню, что ли? Я же три раза на канале проходил и много раз для себя проходил. И, кстати говоря, именно с выходом этого эпизода в Angry Birds Chrome игра сама изменилась. Появилось вот такое вот меню вот здесь. Иконки выбора эпизода стали вот такими вот. И замки в его закрытом уровне стали выглядеть вот так. Еще это. Вот это вот появилось. Что еще появилось-то? Ах, да. Когда завершаешь уровень... Теперь вот так звезды выскакивают на черном фоне. Раньше просто голубенькая была заставка с прикольной мелодией в конце. Вот это, с этим уровнем уже сложно будет. Надо. Вот такой.
открою вот экранчик. Именно с этим выходом, с выходом этого эпизода стал таким. Однако, когда этот эпизод вышел в Angry Birds Seasons, там экран завершения эпизода или проигрыша был такой же по-прежнему голубой, с мелодией. Всем знакомый, наверное. Сама Angry Birds Seasons и оригинале, видимо, позже появился он. Впервые такой экран появился в Angry Birds Rio, если не ошибаюсь. Блин, вот этот кирпич его раздавить не может. Какой-то уровень, кстати. Четвертый? Да. Может, сверху пальнуть тогда, я не знаю. Сложный немножко уровень. О, сейчас все сдохнут. Вот когда этот, еще раз повторю, когда этот эпизод вышел в Angry Birds Seasons, именно в то же самое время он появился и здесь, в этой игре. Добавить его решили. Это единственный эпизод в Angry Birds Chrome, который вот такой вот тоже в одно и то же время с оригиналом, как сказать, вышел. Других таких нет. Так, ну вот, и если я сейчас попаду в эту деревяшку, то мы победим. У нас получилось. Ну-ка, прислал сообщение, конечно. Ну, узнаешь, какой. Блин, вообще толку не было. Сейчас стыдно. Ну, в динамит бы попасть было бы неплохо сейчас. Блин, да что ж такое, а? Немножко не так я хотел сделать. Вот, вот так вот я хотел сейчас сделать. Теперь осталось попасть в динамики. Только вот этот кусок говна мешает. Камень. Опять не туда стрельну. Короче говоря, было крупное обновление. Выход этого эпизода, это было не просто обновление, это был добавляющий один эпизод, это было целое крупное обновление, которое много чего изменило в игре. Кнопки еще не были такие маленькие сейчас, они были примерно вот такого размера, ну чуть-чуть поменьше. Или вот здесь. Расположены были ближе друг к другу. Они изменились немножко позже. Да ё-моё. Вот тут уже посложнее немного уровни пошли, да? Несмотря на то, что их немного. Совсем. 15 штук. Они довольно-таки сложные. Давай-давай, катись, давай. Ссать, блин.
вот такой вот экран завершения уровня появился с выходом этого обновления. Блин! Как же в динамит-то в тот попасть, а? Что-то вот я не знаю. Толкай, 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 деревяшка ее. И опять за... Так, может, лучше выстрелить. Не так уж и быстро мы пройдем по ходу тур эпизод. Довольно-таки сложный. Ну и осталось только пальнуть вон туда. Ах, да. Не получилось. Не получилось. Блин, такой удачный момент просрался. Из-за Хэлла, блин, который там лежал, надо было подождать, пока он сдохнет. Удар неудачный получился. Во-во, пошло дело, пошло, блин. Наконец-то прошли тот долбанный уровень, господи. Как мы долго помучились-то с ним, а? О, да тут три птицы. Мало же совсем для такого уровня. Кирпичик застрял, блин.
кажется, получится ли вот этого вот столкнуть? Мне кажется, нет. А, нет, получится, получится. Получится. Получится, блин. Какой уровень это уже? 11? Ну, немножко, а уже немного осталось. Это как... Довольно легкий уровень. Достаточно легкий это был уровень. Потому что бомба нормально уже дело пошло. Давай, сдохни. Во, отлично. Это 13-й. Окей. Было бы неплохо попасть вон в динамит, чтобы камушки все полетели. Так, давайте попадем в динамит, как раз таки попробуем. Правильная была идея в динамит попасть. Наконец-то последний уровень. Это что такое? Ничего себе. Вот здесь вот где-то наверху. Золотое яйцо должно было быть. Есть в оригинальном Angry Birds Seasons. Но здесь-то нету золотых яиц. И логотипа Chrome. Даже в эпизодах из Seasons нет. Блин, не очень удачно. Сейчас надо было на батут попасть. Так, может лучше сверху попасть? Водка не обнаружила никаких угроз. Отлично, отлично. Спасибо за... Спасибо, что сказали. Эх, чуть-чуть на батут не попал.
Да. Вот теперь понятно, надо на батут попробовать попадать. Давай, короля задави. О, отлично. Прошли этот эпизод наконец. Это какая-то реклама, я на нее не полезу. Прошли этот короткий эпизод за 21 минуту. Ну что ж, на этом все. И вот, кстати, прикиньте, что вот было. В деревне я часто бывал в те годы, когда выходили обновления по этой игре, и там я не вообще понятия не имел, как зарегистрироваться здесь или что нам надо сделать, чтобы получить доступ вот к этим всем уровням. Я имел возможность только вот в этот эпизод наслаждаться, в первый. В остальные эпизоды, вот обновления выходили, я все это время имел возможность только в этот эпизод рубиться. И вот до самого финального обновления я так и делал, пока не закрылась игра. Наслаждаться в другие уровни я мог только у себя дома в городе, на ноутбуке. Не знал я, как зарегистрироваться, и поэтому не мог никак эти эпизоды играть. Дома только играл в городе у себя. Ну ладно, на этом все. В следующей серии мы будем проходить эпизод Эстер Экс. Ну что ж, с вас лайкос, подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, а вообще-то можете и не подписываться, там он, не знаю, буду ли что-то выкладывать, не буду. На группу ВКонтакте обязательно подписывайтесь, и всем пока.